Вот, сейчас я увидел волчье лыко, волчья ягода. Как-то тут я собирал землянику, ее увидел и перепутал с калиной. Меня Павел Баранов поправил, написал мне в комментарии, молодец, правильно сделал, что предупредил меня, что это ядовитая ягода, волчья лыко. Ну, теперь я знаю эту ягоду. Красивая такая, так и хочется ее скушать, но это нельзя. Это волчья лыка, ядовитая ягода. Чем красивее, чем привлекательнее, тем ядовитее. Вот так. Все знаете. Это ядовитая ягода. А я знал жимолость лесная. Тоже куст такой, яркая красная, гроздями висит, как смородина красная. Тоже ядовитая жимолость. И мы ее называли волчьей ягодой. Оказывается, волчья ягода, вот она. Она как бы на стволе растет, оказывается. Волчья ягода. Волчья лыка. Ядовитая ягода. Надо знать об этом. Детям. Подросткам. Молодые, которые ходят в лес только-только осваивать природу.